Я привет, с вами Каиса, и я продолжаю осматривать бетку третьего Гекса от 8 февраля 99 года. Что нам осталось посмотреть? Правильно, мультяшный уровень. Я в него не смог также попасть. Может быть, скипнуть быстро заставочку, и все образуется. Ну-ка. Да, действительно работает. Тут можно найти лапку. И собираем мушки. Убиваем шмеля. Телек еще не активен. Божья коровка дает по две мушки. Так, а сколько тут этих божьих коровок? 10, да? Так, вот тут, кстати, две мушки так заныканы неплохо. Раны еще идти к листочкам. Давайте сходим на мостик, к домику. Так, пока сохраню. Я все это дело. Волк, иди сюда. Все, голова болит, волк. Ты что кусаешься-то? Так, тут сидит поросенок. Долбим его дом. Но поросенок ничего не дает сам по себе. Так, дом мы раздолбали. Так, теперь будем подниматься на это дерево чертово. Здесь делаю сохраночку. Потому что черт его знает, где игра может зависнуть. А, я забыл, что я могу парить. И взять вот эту лапку. Как я ее не взял? Не, ну так нечестно. Так, чтобы не затягивать процесс, я просто буду вот так вот подниматься. Так, ну тут надо взять за время бонусную эмблему. Это, в принципе, решаемо. Это, в принципе, все решаемо. Взяли. Так, а есть ли тут еще что-нибудь? Что-то не похоже на это. Что тут еще что-то есть. Так, ладно. Давай меня возвращай. Клапки, я хочу клапки. Вот, клапки. Я хочу клапки. Так, тут по стебельку можно аккуратненько походить. Тут также есть чекпоинт. Ладно, пусть будет взят. Мне-то с того. Зеркало можно активировать. Не знаю, правда, работает ли оно. Можно по стебельку пройти. А, нет. Нет, ошибся. Так, еще две мушки. Так, а вон где-то лапка. Так, свеча тут. Первая свеча. На стебле три мухи есть. Так, где-то я видел лапку. Вот здесь вот. Еще одна свеча. Конечно, оно все не так берется, но ладно. Так, здесь можно прыгать по стебельку. Так, ну это можно взять. Теперь возвращаться надо. Так. Прыгаем. Да не летай ты, блин, Гекс. Вот это упоротая система. Блин. Почему он начинает сразу парить? Так, собираем тут мушки. Ага, бонус, да?
Так, как тебе брать-то, я забыл. А, вспомнил. Не начинай парить. Стоять. Куда собрался? Где этот бонус, чертов? А, вот он. Все, типа, мы его взяли. Ой-ой-ой. Еще одно зеркало. Эй, куда? Не надо так подниматься-то. Блин, где это было вообще? Нет, это самое начало. Тут я уже был. Ну, давайте отсюда хотя бы начнем. Так, а тут что-то было еще? Я вот не помню. Какой-то путь. Да нет, что-то не вижу пути. Блин, тут автопарение. Вот это вот убивает. Вот. Зачем? А, это чекпоинт. О, кстати, вот сюда надо слетать. Здорово, волк. Ушатываем волка. Так, и ушатываем домик. Вот тут все шмель летает. Второй домик. Здорово, поросенок. Так. Что дальше? Что дальше? Дальше по листочкам выбираться. Ух ты. Так, а как мне взять эту чертову лапку? Ого, ни хрена себе тут многолапие. Блин, ну это вы придумали, конечно. Это я откуда-то должен отсюда, что ли, это брать? О, тут еще одна свеча есть. Так, это вроде самый легкий из телевизоров. Мне лучше скажи, как вот это взять? Так, ну одну взяли, окей. Вторую возьмешь, а третью... И третью взяли. Так, теперь-то куда? А, по стебельку, да? Вот поэтому. Так, осторожно. Не в ту, что ли, сторону иду? Да нет, вроде в ту. Вроде сюда иду. Правда, осторожно надо. Так, ну идем дальше. Сохраночка. На случай. Вот тут еще лапа есть. 81 лапа, охренеть. Еще лапа. А тут аккуратно надо. По самому краю. Да, теперь понятно, вот сюда. Так, что у нас тут? Есть где ползти. Так, а вы даете что-нибудь? Блин, они что-то дают. Ну, обидно, что это находится вот так вот, в таком виде это все.
Ну, собрал, допустим, ладно. Черт с вами. И опять оно упало куда-то. Задолбала эта муха жужжать уже. Еще двое. Как тебя поймать? Ты хрень ты собачья. Как тебя поймать-то? А тебя? Что-то я не могу вас поймать. И как тебя сбить нахрен? Ты достал. Достал меня. Я не могу его достать. Что происходит? В полете, что ли, я должен это? Походу, да. Я его достал. Так, и как мне взять эту мушку? Нет, не... Взял. 76. Ну, допустим. Сколько тут еще таких? Ох, еще. А как тебя сбить? Блин, ты тоже должен сбиваться. Эх, мушка опять улетела куда-то. И куда дальше? А, дальше туда, надо сохраниться. Так-то тут есть зеркало. Еще одна муха. Нахрен, которая мне не нужна. Так, вот это, наверное, самый сложный из пультов. Ну, это как посмотреть. 85. Так, что у нас здесь? Здесь у нас чисто телек не активированный. За телеком ничего нету. А это что такое? Что за стол такой? Шмель летает. Ты охренел, что ли? 86. Так, громим третий дом. Так, ну телек мы активировали, допустим. Допустим, активировали. Так, сохранимся. Так, так, быстрее будет. Сколько тут всего еще должно быть, вот. Тут, наверное, есть также подлая мушка какая-нибудь, да? Хотя, не видать, вот. А, нет, есть, есть. Есть такая в наличии. Эти листочки. Короче, вот сюда нам надо. Это опять бонус надо взять, успеть. Времени дается мало. Надо сказать. Так, окей, взял этот бонус, хоть и нечестно. Как тебя взять-то? Ты, Лапина, да куда ты? Окей, взял лапку.
Так, сколько там еще? Что там еще впереди? Все, уже должен... На дерево уже должен забираться. Так. Тут три мушки, да? Тут были когда-то жизни, по-моему. А сейчас обычные зеленые ящики. Зачем они мне только... Куры. Вот, куры нам нужны. Не нужны? Нужны. По три мушки дают. Или нет, по две. Не дает больше, заразина. А почему? Непонятно. Так, 95. Сколько кур еще? Вот тут уже телек готов. Ого. И где еще две мушки искать? Интересно. Где еще искать две мушки? Интересно. Кур я больше не вижу. Может, я все-таки не всех подоил? До конца. А, вот еще тут одна. Ну-ка, давай-ка получше подумаем. Не, вот эта вторая мне, по-моему, не додала что-то. Нет? Или вообще в текстуру нахрен ушло тут все. Где-то одна мушка. Не знаю. Где она может быть? Тут я не вижу ни хрена. Так, ну давайте сохранимся. Будем смотреть уже по ходу. Может быть, что-то где-то и пропустил. Но я что-то не вижу такого. Так, ну здесь я везде был. В общем, не знаю. Мне кажется, курица баганула. И вместо двух мне одну дала. Тебя я уже шевелил. Тебя нету. Тут ничего. Тут, собственно, тоже. В начале. Да нет. Вот я смотрю, ничего не вижу. На этом дереве тоже ничего. Где тогда? Смотрим здесь. Тоже не вижу ничего. Тут свеча. Да не вижу я тут мушки. Тут опять свеча непонятная. Вот где ее я мог их не взять? Мне вот интересно. А где этот второй дом? Выше, что ли? Допустим, он выше. По стебельку. А, вот тут. Да нет тут ни хрена. Вот я о том же говорю, что тут ни хрена нету. Тут
Нету. Что тут жизнь? Ну не взял я жизнь, подумаешь. Смотрю, где мушка, что-то не вижу. Близко даже ничего похожего. Еще выше, ну давай еще выше поднимемся. Тут зеркало. Или где-то в текстуре провалилось, не знаю. Вражину-то я всю перебил. Не видать. Мистика. Какая-то мистика происходит. Вот еще повыше. Где? Нету. Ну, смотрим еще повыше. Это то же самое. Не вижу мушки. Не вижу. Точно курица баганула. Ладно, это не так важно на самом деле. Не соберу, так не соберу. Так, а мне вообще не сюда. Я хотел в другой путь пойти. Так, а где это было-то? Домик-то последний у нас. Где он был? Нет, выше он был. Вы чё? Выше. Только насколько выше? Это вот я не помню. А, вот тут. Сюда и выйду тогда. Ладно. Так, окей. Бенни, один мувик должен быть, но не будет. Так, давайте сохранимся и отправимся в этот же уровень, но за другим пультом. Но тут, в принципе, ничего уже такого. Это не обязательно уже, в принципе. Ну, можно на самый верх залезть, он сразу активирован. Теперь за свечки возьмем тогда. Так, три свечи, но они где-то тут недалеко находятся. Ага, вот первая. Так, где-то вторая, тоже недалеко здесь. Чуть-чуть повыше. Где-то третья. Где третья? Может, она все-таки чуть повыше? Нет, тут волк, тут не то. А, вот она. Так, мы падаем в самый низ.
Так, ну что ж, мультяшный уровень посмотрели. Тоже имеет отличия свои. Ну что ж, на этом я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. И увидимся в следующем уровне. Пока-пока.